Здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, и добро пожаловать на новую серию по провинции. Играем, как всегда, на пятом сервере, и, в общем-то, наши приключения дяди Саши. Почему дядя Саша, я не знаю, дядя Шура, блядь, дядя Саша. Ну, реально такой прям Санек, блядь, такой, знаете, добряк. Ну, а может и не добряк. Короче, я вызвал лифт. Блядь, даже звуки, понимаете, вот лифт, когда он приходит, вот, блядь, пиздец. Я в прошлой серии вам не показал это. Охуеть можно, просто, блядь, дождался лифт. Все, первый этаж, поехали. Короче, ребят, значит, спасибо всем за подсказки в очередной раз. Мне кажется, я так буду бесконечно говорить, потому что реально на провинции очень много всяких нюансов, которые, ну, блядь, не сразу все равно усваиваются. Я думаю, что я хоть немножко, может быть, не сразу доходят до меня некоторые вещи, но действительно есть вещи, которые прям надо изучать. Короче, я тут опять лоханулся, точнее, не опять, а лоханулся. В принципе, провинция еще лохом не был вроде, но вот сейчас вот лоханулся. Короче, я прошлую серию закончил. Ну и сразу ливнул. Ну и машина, соответственно, у меня осталась где-то в пизде. А потом я только прочитал в комментариях, что тачку эвакуируют. Короче, она остается там, где я выхожу. Соответственно, моя машина сейчас находится, по идее, сверху слева где-то. Ёбаный насос. Это первая новость, не очень хорошая. Вторая новость. Вот с утра пораньше встал, 8 утра вышел. Так, подождите, еще раз. F3, вот моя копейка. 6 пробег, респаун, эвакуировать ручник. Отследить. А, так, хорошо. Респаун. Заспаун. Отследить. Блять. Ой, блять. Ой, блять, ребята, это пиздец. Я не могу. Короче, я не знаю, почему у меня не двигается карта, когда я его приближаю, но это не важно. Короче, у меня нумпад включен. Алло, что происходит, блять? Нормально все с карты? Короче, не знаю, не хочется она двигаться. Короче, слева вон, видите? То есть я нахожусь сверху справа, ой, фу, снизу справа, а тачка находится, грубо говоря, сверху слева. Какие варианты? Я могу ее эвакуировать, причем это, наверное, стоит бабок, каких я пока не знаю. Эвакуировать. Бля, ебать, у меня бабок отняло. Я не знаю сколько, но много. И тачка теперь находится... Хороший вопрос. Я не вижу. Я слепой. Я не вижу, где тачка моя, блядь. Блять, не в Невском, это то... Блять, она находится в этом. Так, это у нас получается, блин, Приволжье. В Мирном, во. Хорошо ли это? С одной стороны, да, потому что я сегодня собирался вообще-то поработать, но перед этим я хотел бы забрать свою машину и вообще как бы разобраться с номерами, поставить на нее номера. Но у нас как раз, да, вы написали мне, спасибо большое. Значит, ставить в ГИБДД, это в принципе логично, но в Невском, кстати, в автошколе, а не в ГИБДД почему-то. Не знаю, насколько это правда, но я думаю, правда. Значит, вызываем такси. Надеюсь, не как в прошлый раз, у нас прям по классике. Но я теперь-то буду узнать, что надо это... Вот какого хуя опять, я не понимаю. А, слитно, потому что я дебил. Как быстро примут мой вызов? В тот раз вообще мгновенно приняли. Не, нахуй, я никому не нужен, походу, да? Короче, сейчас мы на такси едем в Мирный. Беру я копейку. Фу, блядь. После этого я еду получать номера в Мирном. После этого я пойду на монорельс. Но я думаю, что я это вам уже не буду показывать, но надо поработать. Потому что бабок нихуя нет. Но... Как я понял, оказывается, в прошлой серии за мной приехал реально таксист. То есть на провинции можно таксовать на своей тачке. А что это может означать? То, что я буду таксовать на копейки. Угу, неплохой такой, многоходовочка неплохая. Дядя Саня таксует на копейки, что может быть лучше? Но для начала хочу реально поставить номера в ГИБДД. Не знаю, сколько это будет стоить. Блядь, такси, вот прикиньте, в прошлый раз мгновенно, вот просто, блядь, сразу нахуй принял кто-то вызов. Сейчас никого, хотя онлайн 358 человек. Ну, блядь, ловить попутку буду. Короче, пацаны, сейчас моя задача попасть в Мирный. Да, кстати, забыл сказать. Опять же, огромное всем спасибо, помимо того, что вы подсказываете, еще, друзья, очень сильно поддерживаете лайками, поэтому вот прошел день, я сразу записываю провинцию, тем более у нас тут есть чем заняться, вообще работать надо. Вот как только это все успевать, не знаю. Короче, ладно, ребят. Бля, жалко нет, в аренду тачку же нельзя брать, насколько я понял. Хуёво. Потому что было бы неплохо, я бы, ну, блядь, дорого, конечно, тоже. Блять, Санек, короче, в неприятности попал. Ладно. Автобусы я хуй знаю, где останавливаются, которые везут до... а если еще раз мне не дадут вызвать, соответственно, да? Потому что я уже вызвал. Блять, опять я раз... Почему я пишу? Call такси, да, вы уже вызвали. Ну, никто не хочет мой принимать. То есть сначала ко мне не приехали, теперь никто не принимает мой вызов. Ладно, все, ребят, не буду тянуть. Сейчас уже включение будет либо из такси, либо из попутки, либо из чего-то, либо уже из Мирного, я не знаю. Короче, да. Друзья, как вы думаете, какое решение я принял спустя некоторое время, когда не дождался такси?
Правильно. Я решил прогуляться по Питеру в припрыжку, в прямом смысле этого слова, потому что я бегу прямиком в Мирный. Ну, я не знаю, других вариантов я не вижу, потому что мне кажется, это будет всяко быстрее, нежели я буду стоять и яйца мять. А где, что? Где моя машина? Почему она уже не отмечена на карте? Опа. Бля, нет, никто. Нет. Не, она. Никто не остановится, не подкинет за бабосик. На Дворцовую площадь может пойти побухать. Такое, пацаны. Наконец-то, ребят, я забиндил это самое. Шоу худ, шоу чат. И, соответственно, давайте посмотрим. Время 11.09 в игре, да? Я бегу, мне как бы по прямой, в принципе. Сейчас сверну через мост. Ну, блядь, бежать, конечно, пиздец. Полный пиздец. Ну, я думаю, что, блядь, к утру следующего дня я доберусь. Но я надеюсь все-таки, что я либо повторно вызову такси, оно приедет. А тут аэропорт есть, кстати. А, тут же есть еще работа пилота. Конечно, тут есть аэропорт. Кстати, подождите, а куда летать-то? Я вижу аэропорт в Мирном, но я не вижу аэропорт нигде больше. Что? Так, нам сюда, да? Ой, пацаны! Ну а чё, хули? Смотрю на достопримечательности. На Дворцовую площадь. Ай, блядь. Ладно. Короче, будем надеяться, что либо попутка какая-нибудь, либо еще кто-нибудь остановится, потому что так даже не уследить. Тут все летают быстро. И, короче, никого даже не остановишь. Короче, ребят, ну... Бегу. 11.30, короче, время. Новости этого часа. Я увидел такси, крикнул такси, сначала случайно S крикнул. Не успел даже откат писать или что-нибудь такое. Вот, подошел. Пытался сесть, таксист меня мог пустить. Но! Тут устроена, оказывается, система так. Там он с клиентом был. Я не мог никак сесть, я написал, у вас уже занято, извините. Ну и, кстати, по-моему, это четвертый человек, там пассажир, который, он начал в голосовой чат... Говорит, Санек, Булкин, ты снимаешь, нет. И, в общем, ну, я, друзья, говорил по этому поводу. Не воспринимайте меня какого-то урода. Я всегда, да, возможно, сейчас даже вы видели до этого в чате, там чувак подбегал, что-то спрашивал, мы через слэшбэ общались. Я говорю, такси жду, все дела, пока не снимаю. Вот, поэтому, пожалуйста, в игре мы не знакомы. Вы не знаете, что я Санек Булкин, как, что я могу снимать, тоже непонятно, камеры у меня в руке нет. Поэтому я обычный персонаж. Вот, если вы хотите что-то спросить, то спрашивайте через слэшбэ. В противном случае я просто не буду отвечать, потому что я хочу, ну, чтобы порядок соблюдался. Это очень просто, как по мне. Так что, друзья, я пока что бегу. Ну шо, пацаны? Ого. Я сейчас в Мирном нахожусь, решил просто зайти в Макдональдс. Ну, там значок был Макдональдс, я зашел тут реально в Макдональдс. Картошку фри, можно? Картошку фри, можно? Смотрите. А, сдачи. Чувак с ботом поговорил. Я понимаю, что он типа отыграл, но это время. Я не знаю, что так смешно. Ай, блядь. Короче, пацаны. Я где-то. А где моя машина-то, блядь? Респаун. Осли. О, вон она, я ее сразу увидел. Блядь, сейчас трамвай, прикинь, меня сбил. Вот это было бы угарно. Так. Что-то за мной хвост, мне кажется, нет? Вот мне таксист подвез, короче, в итоге. Тот чувак в итоге вышел, а я решил меня забрать. Мне кажется, это за мной хвост. Я тоже, типа, не спеша прогуливаюсь. Бля, опасная хуйня так-то в городе Мирном. Смотрите, выслеживает, выслеживает. Кстати, я еще нигде не встречал подобного, чтобы... Очень часто игроки юзают альт. И это прикольно, тоже не хочется лишний раз бегать. Ну, правда, не когда ты бежишь, блядь, из Невского в Мирный. Тогда я просто в припрыжку бежал, реально. Автостоянка 24 часа. Заебись, конечно, вода. Ай, блядь. Че, перейти тут дорогу? Бля, мне кажется, или он ну, нет, я как бы вижу, что у них фамилии еще одинаковые. Я чувствую здесь что-то неладное. Ну, выглядит очень атмосферно. Типа, чисто, знаете, по городу, чуваки. Так, я по пешеходному, правда, на красный, но это не важно. Интересно, если я побегу, он тоже побежит? Прикиньте, так в реальной жизни. Ты бежишь, и за тобой... И ты видишь, чувак за тобой. Прикинь... Не, короче, у меня мания преследования, смотрите. Так, следим. Ах ты 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 Чё-то тут не ладненько. Я бы драпу дал уже, блядь. Ага! Смотрите, смотрите, что творит, а? Точно следит за мной. Так, ну ладно, смотрите, зашел, отыграл, то есть я ничего не спросил. Красавчик, не, респект, реально. Очень-очень атмосферно. Но просто это тоже немножко пугает, то, что за тобой чувак идет. Сейчас отожмет мне копейку, прикиньте. Кстати, а тут оружие есть? Прикиньте, я вот ни разу не задумывался об этом вопросе. Так, ну ладно. Я за копеечкой за своей. Блять, надо будет ее точно к дому паркануть.
Потому что иначе я просто охуею в следующий раз. Вот, если он сейчас на стоянку зайдет на пустую, где кроме моей копейки ничего нет, это уже точно подозрительно будет. Да, я так долго еще не передвигался в своей жизни. Не, мне кажется, не зайдет. Это уже реально палево какое-то. Мимо прошел. Красавчик, чувак. Ну, по-любому ты, скорее всего, меня узнал. И вообще... Просто вообще, ребят, согласен, ну шикарно, блядь, просто реально добавляет прям атмосферы какой-то. Так, открыть. На сигналочке, ой, родная моя, я по тебе скучал, блядь. Реально круто, смотрите, датчику не просто так спавнит, ну бля, вообще, блядь, её просто распирает. Меня, кстати, просили сказать мнение по поводу провинции. Типа, там есть комментарий, можете даже зайти к прошлой серии посмотреть. Типа, сколько я уже, ну, серии, наверное, 5 точно отснял, может, чуть больше. Ну, блядь, я каждый раз вам говорю... А, я охуеваю. То есть, если бы это было, ну, реально, вот, блядь, у меня 6 литров или сколько, ну, не литров, а может и литров, кстати, я не знаю. Надо заправиться, заехать. А, вот тут заправка как раз-таки недалеко. Бля, не пристегнулся и фары не включил. Бля, пацаны, ну, это пиздец. Сплошная, да похуй. О, R6. Чёрная, фига себе. Короче, ребят, я не знаю, это пиздец какой-то. О, смотрите. А, вот, следят на такси, смотрите, сел на пассажирской. Бля, меня это уже напрягает. Смотрите, держит дистанцию, прям как GTA, знаете, чтобы не вызвать подозрения, дистанция такая. Когда миссии в GTA выполняешь, там тоже надо. Короче, ребят, я охуеваю, ну серьезно, все до мелочей таких, ну это пиздец, ну серьезно. А как заправиться-то, блядь, знать бы еще. Пацаны, моя первая заправка. Я предполагаю, что нужно заглушить машину. А, причем, кстати, а может и не надо глушить. А почему на Z глушить машину, если на Z голосовой чат? Вот что меня очень сильно удивляет. Так. По-моему, это делается вот так. Так. Ой, ебать, а откуда я знаю-то? До полного бака 32. Стоимость, блядь, а сколько? Нихуя! У меня денег-то нет на полный бак. Заправить. 15, 510 рублей. Ох, копеечка моя, что ж ты такая неэкономная-то, а? Неэкономичная. Бля, ну ладно. И что, она заправилась уже? Так, ну-ка. Что, заглушить, подойдите, нажмите же Z. Да, на Z, а так это неудобно. Типа чат тоже, ну, этот голосовой на Z. Так, пристегиваемся. Пиздец. Ладно, так, окей. ГИБДД. GPS, у меня же копейки есть, GPS по-любому. Значит, мирный. Полиция... Это и есть ГИБДД? Не, ну просто мало ли, блядь. Полиция. Наверное, да. Я так предполагаю. Мирный полиция. Так, хорошо. Вообще, на самом деле, нужно доехать до банкомата. Потому что, как бы, это по-любому не бесплатно ставить на учет тачку. Соответственно, друзья, я должен... А где таксист? Он по-любому где-то следит. Вот прям чувствую это. Ей нужен банкомат. А где банкомат по пути есть? Куда ехать? А, в новом, этом, мирном, так сказать, так сказать. Так, ладно, направо. Ой-ой-ой, как она не рулится. Смотрите, а тут таксистов пиздец много. А, смотрите. А я не знаю, чего мне так не везет на таксистов. Причем, как бы, с Альбертом мне тогда повезло, которому я целую серию посвятил. А вот как-то потом, в дальнейшем, уже что-то как-то странненькое. Так, ну-ка, паркуемся. Блин, ну, на самом деле, реально непонятно, почему на Z. Как, можно перебиндить? Пацаны, если кто в курсе, подскажите. Потому что, ну, честно, дело такое. Не буду закрывать. А спиздить тачку могут? Я думаю, что да, но я быстро. Так, снимем буквально чуть-чуть. Ну так, чтобы были. Я не знаю, сколько. Ну, мне кажется, десятку. Ну ладно, давайте на всякий случай 20 сниму. 20 тысяч. Я не знаю, просто сколько регистрация стоит. Ну просто, блядь, если это 1/4 от машины, это уже как-то такое себе. Потому что копейка стоила 60. Правильно же я запомнил? Так. Фу, блядь. Опа. Смотрите. Тихо. Дядя Саня такой на фоне семерки БМВ. Что там, криминальный авторитет какой-то? Блядь, они реально на альте все ходят. Блядь, ко мне идет. А у меня же открыта она. Бля, ну мне стрёмно, блядь. Чё-то говорит. Чё говорит? Здравствуйте. Открыл окошко. Окно. Добрый вечер.
Так, я как-то припаркован не очень сейчас. Можно я чуть? Вы не знаете, банк еще работает? Да, да. Еще все работает. Блять, там чувак не проедет никак. Извините. Я спешу. Всего доброго. Ну как-то, знаете, чуваком на семерке? Булка, ты? Да. Я как-то... Блять. Все, пацаны. Я как бы это... Поехал? Не, на Лансере... Хех. Так, я ж пристегнуться забыл. Дядя Саня. Дядя Саня еще тот секунд, на самом деле. Он как бы хоть и кри... Да не, на самом деле, дядя Саня решит все вопросы. Скоро он будет главным авторитетом и в Мирном, блядь. И в Грозном, блядь. И... ну, в смысле, я имею в виду просто... А, кстати, реально, Грозный, Мирный, только сейчас зашло. Не, я имею в виду вообще везде, как бы. Дядя Саня тот еще пацан, как бы. Вот, как бы. И в Пите... Ой-ой-ой-ой. Упачки, блядь. Это хуёво? Это хуёво. Я так предполагаю, штраф меня уже ждет, соответственно, в банке, да? Или не в банке. Блядь, надо это все изучить просто. Ой, хуёво. У меня-то с деньгами как бы не очень все хорошо. Вас приняли, ожидайте автомобиль. Не, подождите, может вопрос, сколько времени прошло, ребят? По игровому прошел почти день. По-настоящему, ну, как бы тоже дохрена, честно говоря, прошло. Так, я надеюсь, правильно я еду и здесь сейчас поставлю свою ласточку на учет, а то, честно, меня... Если мусора, кстати, остановят, что будет? А здесь можно метку-то снять уже, отследить? Да, спасибо. Так, я так предполагаю, что мне нужно где-то тут паркануться. Давайте я тут, наверное, и паркануюсь. Опа, на аварийке, можно же? Так. Подождите, я забыл аварийка. На какую клавишу? Блин, мне тогда говорили... А, вот, тот таксист. Нифига, он засигналил его. Блять, я забыл, как аварийку врубать. Вот я дурак ебаный. Сука! А, все. О, так, глушим. Фары. Охуеть можно. Закрыть. Блин, здесь мне сейчас бы около ГУВД парковаться, блять, на... О, перевес номеров, что? Регистрация, перевес номеров. Ага, можно перевешивать, учту. Регистрация. Так, 500 рублей? Нихуя! Ну, это логично. Так, пацаны, ну что, блат? Держим кулачки за блат. Пожалуйста, ребят, прямо сейчас поставьте лайк. Я не знаю, сейчас, наверное, сразу же выдадут. Фух. Ну, с богом. Ну, кстати, почти 3 семерочки. ЕРН, друзья, как всегда, вы умеете расшифровывать, так сказать, аббревиатуры. Поэтому... 677, это как 887, так и 677, ну, правда, не похоже, ну, да ладно. Так, опа. Это, походу, меня опять поджидают, да? Виталий Титькин. Нормальная фамилия, кстати. Так, ну чё, пацаны, 677-77, ЕРН. Ахуй, блядь, сейчас бы ломиться в тачку, которая закрыта. Так, ну, на эскалейде, а, у него номера 000. Хорошие номера, кстати. Так, аварийку выключить. Чаем, блядь, как куда что-то. Тю. Что значит? Так, я. Поворотничек. Тю, Санечек. Тю, Санечек, что такое? Что именно тю-то? Так, ну что, я поехал потихонечку. Разрешите трогаться, так сказать. Зеленый еще. Бля, желтый. Пацаны, сорян, я то я на перекрестке стоял. 000. Бля, а зачем вообще такой номер-то добавили? По сути, не очень, на самом деле, круто. Блять, сейчас бы 6-й левел! И в метро, я же в метро не могу. Как таксовать, пацаны? Давайте мы в следующей серии на своей тачке, на копеечке на своей буду таксовать и зарабатывать бабки. Вот что я скажу вам. Это будет реально топчик. А то, что сейчас... Фары. Потому что, мне кажется, это будет нормальная тема. Нифига себе! Вы смотрите. Вот совершенно случайно, да, просто? Случайно игра граждане едут. Пробочка скопилась. Так. Ну что, надо поработать. Да, на монорельсе, поэтому, друзья, на самом деле, я думаю, это не буду снимать. В любом случае, сейчас пойду ебашить. Если что-то будет интересное, включу запись. А так, я думаю, что сейчас просто надо подзаработать баблишко. Немножко. И, соответственно, вот, друзья, спасибо всем за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилась серия. Подписывайтесь на канал, если тут впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И оставляйте ваши комментарии. Опять же, спасибо всем за подсказки. Так, ну сейчас хотя бы, блядь, маршрут один проеду, но надо как-то опыт накопить, апнуть левел 6, реально на метро, мне кажется, хорошо очень. Я, во-первых, хочу спуститься, посмотреть на это все, вот, ну а во-вторых, как бы да, надо апать левел. Так, все, у нас же тут, по-моему, или я перепутал это, где у нас начинается, нет, не здесь. Мне нравится мой подход к делу, да, то есть я еду просто тупо, где есть монорельсы, ищу, как бы, начало.
Ну, в смысле, там, где работу, на работу вступать. Все, ребят, увидимся, до новых встреч. Короче, вот, моя копеечка. Так что в такси надо понять, как... Я думаю, в таксопарком какой-нибудь приехать, там, типа, зарегистрировать тачку, что-нибудь такое. Все, ребят, увидимся, пока-пока.